А скажите, а вот если мы говорим про корни, а в Одессе вы бываете? Ну, в Одессе, да, в общем, да, когда зовут город, это родина моей матери. Да, я Да, поэтому спрашиваю. да. Да, Одесса отдельный город, совершенно уникальный. И поэтому, как ни странно, не выветривается ни дух, ни колорит, ни напевность, никуда. Казалось бы, как говорили, все уехали. А кто же остался? Почему все осталось? Нет, Одесса, она неистребимая. И не только потому, что Жванецкий, а потому что Одесса. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.